Такие. Второй апатия, паладин каски. Рыбу ставлю, ешьте. Квандрат держит Олма и Кроша. Мишка держит Киглера и Слепоглаза. И Крест держит Короля. Локи по очереди баньте собак. Ну зачем их банить, если их подчинить можно? Можно подчинить. Попал тут, нет? Зашел. Уже. Какой баф давать? Че даю? Приз, что не хватает? Пусть паладин какой-нибудь ауру защиты от огня поставит. Поставили. От тьмы поставьте. Ну, у нас от тьмы стоит же баб. Да, что тебе не хватает? Я даю добавим пол. 5, 4, 3, 2, 1. На пол череп. На квадрат на пол. Вера сама. Просил, квадрат просил. Собаку. Сальву по джиглибупу дайте. Просил. Оверхильте, Конрад. Собака. Почему вторая собака до сих пор не под контролем? Локов близ больше нет. Кроша бьем. Диспельте с него баф, если он висит. Совали код БР, не те, джиглибук. Кассу кулак дайте. Просил крест.
Хлебоглаза забирай у Мишки. Отдайте Инеры Хапалу. Бейте Киглера. У вас король едет в рейд. Бегайте, отбегайте. Здесь диспельте. Да там, блядь, ноль диспела по танку. Милики, бейте короля. Вихрь, 10 секунд. Пять секунд. Милики, отбегайте. Дизарм дайте. Десять секунд, вихрь. Отбежали, милики.
Роги, дизарм, дайте. Рейхните. Мишка, можешь пекаться. Ну ты определись, на кого троишь, на сову или на Мишку. Если ты ролишь на сову, то ролишь на сову. Если на Мишку, то на Мишку. А ты хорош, бля. Миша хорош, да. Это, бля, таких хитро выебанных я еще, кстати, не видел. Молодец. Выбирай одно что-нибудь. Что-нибудь одно выбери. Или на сову, или на Мишку. Все. Баф по вару, по локу дайте. А токен какой упал? Что за токен? Варприз, друид. Пошлите. РДД, поближе к миле встаньте, чтобы они чаржи не делали. Везде косты. Любой рога сядьте на звезду, косты кипите. Да какой-нибудь танк таунт нажмите по звезде. Свидетель вместе. Третьего забирайте. Один рога на звезду, Тарантино на ромб косты. Рамилу за таунти. Локи, поставьте шкаф, то у нас маг улетел. Заряженный.
Первая сакра будет Инклаб, второе поле чудес, третье Лаувай, четвертое Попал и АДЦ зубы. Рыбу ставлю. Сначала весь на пул в квадрат отдаем. Джесса поставлю. По квадрату я скажу, когда давать. Запомните, в какой очередности. Бабл и сакра. Ешьте рыбу. На баф на пол даю. Все, все готовы. Даю добавим пол. Пять, четыре, три, два. Геру после первой притяжки. Джеглибу пусальву дайте. Угу. Теперь на пул в Тарантино даем. Завалы милики отбежали. Отбежались. Веру, давай шаман. Квадрат на пул отдайте. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Завал. Притяжка 2 секунды. Разбежались. Читать.
Завал. Немота сейчас будет. Давал. Давал, милик. ДК может прожиматься, а и прожим. Бежались. Боярни теперь стали. ДК, прожимай свои прожимки. ДЦ, отдавай зубы по танку, по Панкрату. Сдавал милики. ДЦ зубы отдал. Первая пати паладин бабл, сакру, по Панкрату. А сакру или капру по танку? Нет, именно сакру. ДК, прожим есть? Крест просил, крест просил. Завалы милики. БР рапиру у кого есть? Рогу БРнить. Завалов не стоит. Ориентировочно звезда. Второе пати паладин. Сакра бабл. По квадрату. Четвертое пати паладин. Сакра бабл. Все, набиваем. Молодцы. Портал шатр от маги ставить. Нет, после магика. Магика убьем и ролим. Маг, давай портал. В шатрат. Вы снимаете, если я бил, отойду? Хорошо. Все, я набил. Одну минуту. Бля, че протонуть снимал? Нахуй. Бля, ну, ты чего, бля? Маг портал зашел. Ой, бля. Вот, жив стоит. Давайте чиниться, ребятки. Вот пускай всех и суммонит теперь. Фрики, блядь. Всего тебе хватит.
Ебла на магии, да, ребят? 5 плюсов на кубы. 5 плюсов на кубы. Плюс 5. Нихуя себе сейчас вот сейчас, блядь, поставят плюсы дурачки, которые их никогда не нажимали, блядь, ради плюс ролла. Ты будешь сидеть на этом груле, нахуй, 5 часов, блядь. Давай только не, только не хилы. Не те, кто хотят на кубы, а те, кто умеют стоять на кубах, плюсы ставьте. Ой, блядь, ты не знаешь, как это происходит? Ты, блядь, первый раз на магика идешь? Да. Да, как говорят, ну я умогу, там ничего сложного. Я могу, там ничего сложного, 100 раз нажимал, да. Я первый раз такое слово слышу, руинеры. Третья муха какая-то есть. Сам серый, блядь, руинскиня, на самом деле. Он тебя сам подкрутит, блядь, дисконнект, когда нужно. Моньте всех. Бизнес пошел. Надо на секунду отойти. Ну, на минуту. Что, будет сумон, ребят? Да, сумоним. Танки давайте. Буженина. Моба с рейда заберите, касты кикайте. Там еще моба один бежит. Ебать. Звезду убить. Посты кикайте, самое главное. И сливню выводите. Звезду. Каст.
Ливень, выводите. Что вы, блядь, стоите? Дальше. Звезду бьем. Я спросил. Не лежите, вставайте, заходите, быстрее будет. Не, на работу нужно будет. Вечером где-то 10:30, пик 25. С той стороны тюремщики бегут. Здесь бегем. Мобов с рейда заберите. Танки. Да. Кого? Они сами придут. Так если мы босса бы начали бить, они бы побежали просто. Да он. Да. Так, Рога тут бежит. Так, 5 плюсов на кубы еще раз. Только, пожалуйста, те, кто знают, пожалуйста, умоляю, я не хочу тут дохнуть. Одного ханта, что ли, нет у нас? Да, ханта нет. Да, сейчас поставлю, сейчас я метки поставлю сначала. Пиздец, у магика 57 лямов, такой контент. Говнище, блять, просто. Конечно. У того же грула, блять, на x1 100 лямов было. Ну, блядь, даже если у тебя есть брюли, там хотя бы, ну, 2-3 штуки, ну, добавь к этому грюлю 100 лямов. Ой, 50 лямов еще сверху. Еще одного грюля убей. Сходите внутрь. Внутрь рыбку поставлю. У стеночки. Кушать. Пороги кулак. Повару кулак обновить. Фулл баф дайте. На x1 уже был фикшен или нет еще? Я не помню. Не, как только вышел у него там стулям. Потом там плюс-минус. Это 11 стаков и танк улетел? Да.
Фулбаб, давайте. Рапира, сбиваешь каст мобу в звезде. Минимум в рамбе. ДК, танк, Холи Контекс, трусам, Тарантино, Луне и ДК, Первопати, Шипотай, ну, в черепе. В медведя можно, блядь, да, побольше держать. Даю Эртина баф на... 20 стаков, я не верен на... А по кубам чейру? До фикшена. Я кубы поставил. Смотрите метки. А ты 5 человек на кубы, потому что там вроде плюсовало 1, 2, 3. 5 я поставил. Угу. Крест, звезда, ром, трусы и луна. Рваный танк. Тут если сейчас много, много нападает, сдайте батл. Ой, этот масс-рез будет если, момент. Типа. Достаньте там с панели, если что, сразу. ДБМ пул дал. 3, 2, 1. Пуляйте. Танки пуляйте. Достань. Шаман, давай Геру. Зачем? Зачем? Какую Геру? Зачем? Ты пусть будет. Не знаю, тут всегда мобов Геру дают. Да, а гнев небес, это... паладины? Паладины, гнев небес. Это вообще не обязательно. Мобов точечно лейте желательно, блять. Звезду поставил. Тротворцы забашьте. Мобы снимитесь, представлять. Да вообще, в принципе, поснимайте их с рейда. Тротворца бьем. Звезду поставил. Не, он бегает голем и хуярит. Давайте больше ДПС, 50 секунд. Нам еще надо поднять людей, забафить. Големов убиваем. Больше ДПС, давайте. Поднимаете павших, ДК Тарантино спекаешь в ДД. Я масс-рез нажимаю. Фулбаф сразу по павшим дайте. Друиду, Локу и Роге. Всех успел поднять? Все поднялись? Да, все поднялись. Баф по Локу, Роге и Друиду дайте. И поставь его так, чтобы, блядь, не дай бог он глефой по кубу не махал. А то был у меня, блядь, приколист в прошлом рейде, блядь. Я не смог нажать, блядь, глефой махал босс. Вот так и держи, все. Сова, ты успеешь на куб перебежать потом? Буженина. На тебе же метка стоит. Сова, встань в трусы. Буженина. Те, кто на кубах, сразу становитесь на кубы и все. Вас там захилят. Буженина не ушел в метку. Все, он ушел. У меня не анонтис кубы, если что. Нажали, нажали, нажали. Кто не нажал? Пошла ёбка. Начинается. Главное плюс было поставить, плюс 5 крова. А там уже похуй. Ну. Луна. Ну давай, вычисляй человека. Я нажал, но потом у меня слетело почему-то. Потому что ты нажал. Потому что ты баринок, нахуй. Я два раза нажал сначала. А вот два раза нажал, поэтому и слетело. У
У нас вспышка теперь от магика дамажит дважды. Табак, наверное, какой-то, скорее всего. Типа я сначала под зеленкой пережил ее, а потом следующий удар еще на 60 крон. Да, 41 и 68. Поставил вам нормально его? Там хвост не мешал? Не-не, нормально. У кого из ДК есть бомжи? Плюс в чат напишите. У всех. Там кто-то сдавал. Нажимали бомжи, нажимали. Я сдавал Holy Condex, только сдавал бомжи и все. Когда я скажу, ДК бомжи дадите. Заходимся внутрь. Кого я назначал на сбив коста? Все то же самое. Да, все, не просалкиваем на этот раз. Рыбу поставил, ешьте. По-быстрому. Я не заходите на эту ебучую платформу раньше, чем надо нажимать, потому что там тоже может повеситься этот... Хуйня это. Что, все готов? ДБМ пул дал. 4, 3, 2, 1. Пуляйте. Шаман Бер. Посты кикайте, кого я назначал. Сейчас у нас Масреса не будет, поэтому не умирайте. БР пойдет сюда. ДК бомжей давайте. Владин и гнев небес. Почему косты не кикаются, блять? Чаротворца заливайте точечно. Сколько до начала босса? Минуту. Ловите инферналов ДК. Бьем инферналов. Гнев небес паладин. Фери отдавайте. Последний. Все, поднимайте. Резайте. Кто падал, рыба стоит еще. Держите. Поле чудесник. Поднимите. Рыбу ешьте, фулл баф дайте. Престол, локу и пал. Увы, на местах. Кто из нас слабее? Уже вот так. У меня кубы не аноится. Ахилл танка. Танк в огне стоишь? Нет. Кубы приготовились. Жали. Можешь Геру дать еще раз шаман другой.
Те, кто вставали. Ну, кто вставали для них. А их. Может, я его не знаю. Ну все, нажали. Также нажали еще сколько? 3-4 раза и все, и убили. Ирдру, можешь бегать любой из Ирдру, бегать, хотать все кубы. И ДЦ приз щиточки кидать. Кубы приготовились. После откидывания. Нажали. Отпускайте. ТЦ пропил. В огонь наступил. Сколько кубы? Десять секунд, кубы. Приготовились. Нажали. Прохил танка. Кубы приготовились. Нажали. Без гера получается. Стенки прижались, завал еще можно. Подвисает немного? Да, треугольник зависит. Вылетели, походу. Походу, да, серф лег. Нормально. Все нормально, ребят, бьем дальше. Кубы сколько? Треугольник вылетел, если че. Просто их встанет. Но оно сразу пускает. Да, на месте, сейчас я. Нажали, нажали. Отпускайте кубы, блять. Луна. Я перерождение дам. Давай.
Может, не ход? Что-то... А сколько там куб держать надо, чтобы отпускать потом? Ну, если тебя хилят, то можешь держать до талва. Его главное это... нажать, да. Да. Его можно просто нажать, и чтобы у босса каст сбился, и отпускать. Если держишь, там по боссу ДПС увеличен. Треугольник, если что, вернулся, все уже нормально. Угу. Опа. Нажали. Нажмите. Блядь, баны на. А снова повис серф. Да, повис опять, блядь. Нихуя там не висло, блядь. Ну я бы, кстати, удивился, если бы этой хуйни не произошло. Без этого никуда. Чтобы, блядь, на двух лямах босс не ебанул. Да, я стою ДПС, у меня вообще по кайфу. Я могу стоять, мне вообще похуй. Второй. Угу. Да, я вижу, я читаю, что. Мне вообще похую. Я, блядь, если лучше постою, почилю, подамажу. Рыбки нету, все. Кончилось. Хорошо. Ешьте рыбу. Надо было внутри ставить. Ну ладно. Ну да. Баны серф, блядь. Кто готов, заходите внутрь. Каски нету. Бафы. Что каски? Угу. А что, рыбку ставили? Да, рыбка вон стоит. Стоит. На нее все сели по своему обу, и не видно было. Сейчас еще раз ставим. ДЦ. Все, все готово, пуляйте танки. Без ДБМ. Старайтесь точечно сливать. Гер, давай еще надо. ДК бомжей пускайте. Thank you.
Все, заливаем инфернал. Но это должен быть победный край, блядь, никто не умер. А там хуй угадаешь. У нас и предыдущий был победный, там хорошо шли. Ну это да. ДК танк, как поставишь истерию Джиглибуфа, дай. Кубы приготовились. Еще долго. Кубы нажали. Как 50 секунд? Посадка нет. Нажали. Нажали. А хорош по ней страдать. Пиздец. Очень сложный контент. Нажать куб. Шмот еще 1 час 10 минут. Да, еще время есть. Руля, блядь, с первого трая убили, а тут мы повайпаемся. Так всегда. Да это проклятый босс, нахуй. Это факт. На нем внутри каждый раз... Ходите внутрь. Я же говорю, блядь, я очень сильно... Очень сильно охуел, если бы мы его убили, блядь, ну, со второго пула хотя бы. И, а еще сильнее я похуел, если бы мы не умерли на 2 миллионах или на ляме. Ну, это ж классика. Скажи, а что, ну, ну еще скажи то, что у тебя так не всегда. Вот у меня лично, когда я иду с пугами, ну, всегда так.
Ну, значит, тебе чуть больше, чем мне меня. Да не будет никого в Лаване, у кого не будет 5 плюс крон. О чем? Тут, блядь, они так нажимают, что у них уже минус, нахуй. И уже нам торчат полшмота. Давайте, я на баф на пол. А ты что, лавай ПВ ящик начал? Топал, что тебе не хватает? Сейчас, 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 я бафы раздам. Давай. Быстренько. Давайте без Геры попробуем. ДК бам же есть? Нет, давай с Геры, нормально все с Геры. Давай с Геры. Вообще ни у кого из ДК нету. Охуенно. Ладно, пуляйте. Давай, Гер, шаман. Таргетно заливайте дебилов этих, все. Да, по массе не лезет. Точечно. Косты. Гнев небес, паладины. Вары, присты, фирмен давайте. Тас не сбивается. Что, элементарь отливаем? Сколько до босса? 30 секунд. Поднимайте. Пал. Да хуя трупов, я могу масрез нажать. Не, один, один, один. Танк. Уйдите теперь под куба с платформы. Пожалуйста, куберы там, откройте пивка, расслабьтесь, блядь. Там хвост не мешает? Нет, нет, нормально. Секунды каст. Вар разлучишь, когда истерию для тебя? Давай сейчас. Кубы нажали. Ну, вижу на фрейме, когда он кастует надпись неудачи, аж глаза радуются, ебать. Да. Всегда бы так было. Обалдеет. Какой балдёжный у тебя писюн, да? Чё, на кого токен упадёт?
На шамана. На друида. Уверен. Там вот минус 20 должно быть. Будет ништяк. Что ты анроль здесь будешь? Ты ж на варе играешь? Да, скорее всего плечо. Плечо? А тебя пуха не интересует? Молот на армса? Нет, mm-hmm. не интересует. А, особо нет. О, сейчас ты даже не анонсил, не нажали. Вы будете мои мальчики! Не надо так пугать, я чуть не обосрался сейчас. Пивко чуть не улетело, да, из-под стола? Ну ты аккуратнее, аккуратнее. Так можно и зубы выбить. На самом деле хороший лут упал. Типа, ну пока что прям вообще заебатый. Там и Триня, и пуха на кастеров. Это ж ебанись. И это, и чупик упал. Копку бы. Нажали. Нажали! Сервер встал. Нет. Так я нажал, он за меня нажал. Так, меня... Так, не, нормально, все тихо. Тихо, лол. Алло, луна, и сам нажимает. Скрипты получаются? Я снова обосрался и прожал все сейвы. Вы так только не шутите больше, пожалуйста. В смысле, я подошел нажать уже. Он нажал сам, а потом пишет, алло, луна. Не поможет. Он 5 раз кастует теперь вспышку в танка. Я вот последнюю смерть линковал, я все сейвы прожал, 3 взрыва пришло. Вара истерия нужна? Давай. Так, давайте только это, бля, реально не пугайте, у меня сердце станет. Кубы нажали. Нет, на этот раз орать никто не будет. Пойди еще 2 раза, собери. Еще не вечер. Хватит уже траить, блять, его, ну, надоело. Нет, 3 минуты еще там на пол рейда либо. Ищет откатиться, не откатился. Пусть стены темницы содрогнутся и впадут. Стенки прижались. Кубы. Погоди. Таймер багается. У меня его вообще нет, блядь. Он не показывается. Кубы нажали? Еще одни будет 100%. По 2 человека на куб станет, не знаю, что они будут. По 3. Где? По 11 очей будет. Тут это все, это пиздец нахуй.
Самое время вайпнуться. Да. Тише, тише будь, реально. Кубы 10 секунд. Последний куб нажать надо. Нажали, нажали. Молодцы. Иншалла, брат. Слава Аллах. Мы сделали это. Что, может, может перестанем бить, чтобы еще кубы были? Да, ну, да, давай, 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 а что нет, ебать, реально. Серф ляжет. Скрины, скрины делаем. Опа, еще токен. Нихуя себе. Бля, вообще ни одного на шамана. Ани, мани или лут. Нет, хуйню рольте. Нихуя, бля. 99, блядь. Бля, ребята, в ней 20 ячеек. Я так не хотел ее ролить. В ней 20 ячеек, нахуй, блядь. Я один стролил, я первый купил его. Буженина, 99. Пиздец. Голова. Магом не пошел, на нахуй. Все на кастер. Маг, дай порт, пожалуйста, только не залазь в него. Посох. Таларан, пожалуйста. Ну, кстати, посох кастера хуета, на самом деле. Уступите мне тогда. Стоп. Аркану заебись. Нормальный посох, блядь. Могу не отдавай вам портал за фаршмач. Ебать, я подумал, залагало нахуй. Вот это хуйня, голова. Так, грудак я занролю. Плечо ролить будем. А, доки на дороге дает. Вообще. Выкинуть что-нибудь с сумки, блядь. Так. Плечо токен. Ай, блядь. Будет звезде обмен. Он дал плечо. Ноги токен. Пиздец. Маг тупо на читах. Да. Да, спасибо всем. Треню.